Всем привет, с вами Низливатор, и сегодня я вам покажу, как зарабатывать на расширение. У меня уже было видео давным-давно на канале про расширение, но я решил еще раз его заснять, плюс там еще прибавились еще некоторые расширения, и покажу, как на них зарабатывать. Много, конечно, особо на них не заработаешь, но в совокупности, если установить их несколько, то можно что-то зарабатывать. Я в свое время еще, по-моему, видео показывал, что я устанавливал 18 расширений и зарабатывал на них какие-то деньги. Ссылки на все расширения будут под видео ролика YouTube моего. Так, вот у нас такой есть сайт TeaserFast. Это я уже завел новые аккаунты. От тех я что-то, по-моему, пароли забыл. TeaserFast. Заходим во вкладку «Заработок» и устанавливаем расширение, куда нам надо. Нажимаем «Установить расширение». Нажимаем «Установить». Расширение TeaserFast успешно установлено и работает. Вот у нас появилось оно здесь. Заработано за сегодня. Уведомления включены, показ рекламы включены. Вы ничего не делаете, также лазите по сайтам. И у вас здесь будет внизу в маленьком окошечке открываться реклама. И за то, что она у вас тут открывается, вам будут за это начисляться деньги. Вот вы увидите, как у вас тут будет прибавляться баланс. То есть делать вам абсолютно ничего не надо, просто у вас сама реклама тут тихонечко будет показываться, вам будут начисляться деньги. Следующее расширение у нас по AdMe. Вот Макар, мы с вами лазили, у нас уже поздравляем, вы заработали 4 копейки. То есть нам зачислилось от этого расширения. Вот, столько мы заработали. То есть ничего не делая. Видите, то есть мы пока лазим, нам просто выскакивает табличка, вы уже заработали 1 копейку. То есть абсолютно ничего не делая. Вот здесь вот видите. То есть мы ничего не делали, нам просто сразу табличка выскакивает, что вы заработали деньги и все. Также на PyDme можно выполнять какие-то задания тут всякие. То есть тут задания за 20 рублей, за 5 рублей, за... Но это не столько важно, нам надо установить расширение. Нажимаем «Как начать зарабатывать», зарегистрируйтесь, зарегистрироваться и заполнить свой профиль. Установить расширение, устанавливаем, установить расширение, устанавливаем. Вот у нас уже два расширения. Также переходим на следующий сайт, TeaserBZ. Также устанавливаем расширение, установить. Установить расширение. Все, мы установили расширение. Вот они у нас. Тут у нас вся статистика, сколько мы будем зарабатывать. Статистика заработана просмотров, переходов. То есть вам ничего не надо делать, тут будут всплывать рекламки, и вы будете... Здесь у вас будут начисляться деньги. Здесь, здесь и здесь. То есть ничего в этом сложного нету. Будут также выскакивать вот такие рекламки. Вы также можете спокойно лазить по сайтам. А время здесь уже будет идти. И вам после этого будут начисляться деньги. То есть вы перейдете на сайт, смотрите, что хотите, а здесь во вкладке у вас уже отсчитывается время. То есть ничего делать не надо, деньги вам просто будут начисляться. Так вот, под видео будет ссылки на 18 или 19 расширений самых лучших в интернете. Вы можете их установить и уже немного зарабатывать. Вы просто заходите на сайт, попадаете вот на эту страницу, ссылочка будет в описании. И здесь абсолютно все самые лучшие браузерные денежные расширения здесь есть. Листаете внизу, вот первый, вот второй. Вот третий, вот четвертый, вот пятый, вот шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый. Это самые лучшие и плачущие браузерные расширения. Так что переходите и смотрите. Пускай они вам принесут неплохой заработок. Видите, я сейчас ничего не делал. Обновил страницу, у меня уже 55 копеек стало. То есть копейки тикают просто так. Также нам уже здесь засчитали деньги. Видите, мы ничего не делали, нам уже деньги тут засчитались. Но тут еще ничего нету. Вот так что будет 18 расширений. Если хотите, можете установить их всех и зарабатывать уже более-менее денег. Ну и всем пока. Как Best Change. Это самый популярный в мире обменник по выгодным ценам. Здесь вы можете обменять криптовалюту на электронные деньги, киви на Яндекс деньги, вебмани на Payeer. Здесь можно менять все, что угодно, на что угодно и по самым низким ценам. Хоть на скины, леденцы, шоколадки, на игрушки и так далее. И самое главное, здесь есть такие плюшки, что раз в день вы можете вводить свой Яндекс кошелек и получать бонус от 1 копейки до рубля. И это еще не все. Если вы сюда спуститесь ниже и поменяете русский язык на английский, кстати, об этом мало кто знает, то здесь можно каждый час вводить свой биткоин кошелек и зарабатывать от 1 до 1000 сатош каждый час. И самое главное, когда вы здесь зарегистрируетесь, у вас будет ваша партнерская ссылка. И кто перейдет по вашей партнерской ссылке, он будет начисляться 0,4 цента. Это примерно 2 рубля 60 копеек. Только просто за переход по вашей этой ссылке. Рассылайте ее друзьям, рекламируйте в соцсетях и зарабатывайте деньги. То есть просто крутой сайт, регистрируйтесь здесь и поехали.